так как у меня уже и большой опыт организации турниров, а у РФБ большой опыт в организации баскетбольных соревнований, то мы решили объединить усилия и сделать вот такой вот совместный офлайн-турнир кибербаскет и РФБ. Пока это пробный шаг наш, мы пробуем и смотрим вот на ту аудиторию, которая любит баскетбол, но пока в онлайн-пространстве. Все-таки огромная индустрия, огромное количество участников, и мы бы хотели, чтобы все-таки те участники, которые сидят дома за компьютерами, они все-таки еще и начали поддерживать нас, начали поддерживать баскетбол в офлайне, на земле, приходить на игры, болеть за настоящих игроков. Вот я думаю, что это очень и очень осуществимо. Зарегистрировалось больше 150 человек, подали заявки, пришли на подтверждение около 80. География у нас большая, у нас несколько человек приехали из Краснодара, Сызрани, из Казани, Липецка, Брянска. Это очень сейчас развивается по всему миру, собираются большими компаниями, играют, проводят чемпионаты. Хорошие призовые, так что я считаю, что за этим тоже есть какое-то будущее. И здорово, что у нас появилась такая возможность. Хороший проход, скидка. Вот она. Я с детства, что играю в баскетбол, что играю в компьютерные игры. Так что с детства люблю это. Правда, в 2K давно не играл, а так в основном играю в другие игры, но регулярно. Сегодня у нас не было шансов, но я немножко потерял свою квалификацию. Вот, я все-таки ушел на пенсию. Он еще находится в самом расцвете сил. Вот, и у него была хорошая команда. Бэрон Дэвис – это мой криптонит. Прикольно, когда ты видишь себя на площадке. И, конечно, ты так волей-неволей желаешь своему персонажу как-то играть получше. Мне папа подарил PlayStation, когда мне было, наверное, лет 10. Я играл сначала в футбол, а потом купили баскетбол. Я занимался этот момент баскетболом. И как-то я сразу начал понимать игру. Раньше занимался в Локомотиве Кубани. Кстати, они сегодня играли в финал, 2003 год. Я смотрел, сидел, как раз-таки, да, болел. У меня мой друг Ярик Нягу. Я вообще очень большой фанат его игры. Немножко расстроился вместе с ним, что проиграли. Ну, в общем, так совпало, что и я играл сегодня, и парни, с которыми раньше тренировался. Я надеюсь на то, что будет открыт департамент кибербаскетбола. Мы начнем делать свою 2K-лигу только уже в Российской Федерации. Привлечем наши российские клубы, Химки, ЦСКА, и каждый клуб от себя будет выставлять свои команды, будет объявлять наборы. И я думаю, у нас, возможно, да, это будет не в этом году и не в следующем, но в перспективе мне хотелось бы видеть 2K-лигу в Российской Федерации. На чемпионат России по кибербаскетболу, да. То есть к этому мы идем и стремимся. Друзья, всем спасибо, девчонки, пацаны.